Андрей, привет, Андрей. Это я вот заснимаю байдарки для тебя. Посмотри, это же байдарки. Тут целый байдарочный клуб. Смотри, как все плавают на байдарках. По морю плавают или ходят, как правильно, Андрей. Вот, смотри, Андрей. На байдарках, видишь, плавают. Вот байдарки на прокат. Да, вот байдарки на прокат, Андрей. Здесь тоже можно плавать. Посмотри, какая водичка чистей. Может быть, когда ты посмотришь, Андрей, эту водичку, тоже захочешь сюда поехать. Это... Как это? Это Хорватия, вот, Хорватия. Балканы, так сказать, Хорватия. Посмотри, какая тут чистейшая водичка. Тут такая, Андрей, чистая вода. Ну, вообще ничего не плавает прямо. Ну, как... Наверное, из крана налито, и то будет что-то плавать в домашней нашей крановой воде, и то может быть какая-то хлорка. А здесь ну такая прозрачная, да. Смотри, вот. Вот здесь и туда, Андрей, можно плыть. Для Андрея видео заснял Андрею байдарки. Он же очень любит байдарки. И это байдарки. Я, кстати, вот на такой байдарке здесь бы и сам поплавал. Вот действительно, вот, Андрей, ты говоришь. Идем на Буг, нет, на Буг не знаю, там куда-то, а вот здесь реально, просто у меня сейчас самолет, говорю, автобус нас сейчас везет в Черногорию, мы едем сейчас, через полчаса автобус в Черногорию мы едем, вот поэтому я уже не успею, а если бы было время, так я бы, Андрей, сам бы на этих байдарках покатался. Слышишь, Катя, я хочу на этих байдарках катнуться, засними меня, чтобы Андрей видел, что тут я, а не просто так, что-то где-то надыкло. Байдарки видно, вот на этих байдарках, Андрей, я бы, слышишь, Катя, я бы и сам поплавал. Я тоже. Да, вон, смотри, еще один, кстати, плывет, давай телефон. Вот, смотри, еще вон там один парусник, ну, наверное, я не знаю, на паруснике, допустим, тебе, наверное, неинтересно. Вот такой парусник. Море, Андрей, чистит, как стекло, блеск. Да, вот здесь, а вон еще плывет женщина. Вот еще плывут, смотри, тут целый байдарочный клуб, наверное. Интересно, сколько стоит покататься на байдарке? На байдарке стоит, наверное, очень дешево. Дешевле, чем мороженое купить. Потому что мороженое хоть... Ну вот это значит 1 евро. Вот еще и еще подплывает. Да, тут что-то всплывается. Ого-го. Да, тут байдарки всплываются и всплываются, Андрей. Помнишь мне, что это видео для Андрея, чтобы ему показать байдарки? Ну, конечно, на YouTube, а куда же я его выложу? Я отправлю ссылку, да.